спектакль будет называться Rape Me. Так, ладно, Rape Me. Пьеса называется Rape Me русскими буквами. То есть это какое-то русское Rape Me. А русское Rape Me всегда смешное, но всегда абсурдное. Будет спектакль про то, как молодая девушка пытается разобраться в жизни. И отвечает, кажется, на какой-то гамлетовский вопрос, быть или не быть. Но в реалиях современного мира. Все. Спасибо. Режиссер на самом деле приходит на репетицию. Тут она уже, вот, пожалуйста, в полном разгаре. Пьеса ковыряем, пьеса, хорошая пьеса. А Татаренко сидит в центре, у него эпизодик маленький, он сидит в центре. Прекрасная, прекрасная роль, прекрасная пьеса, прекрасные коллеги, лучший режиссер в мире. А что за режиссер?